К новому учебному году готовы. В Цивильском районе завершается приемка школ. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками МЧС убедилась на месте. Безопасность школьникам обеспечена. Сверкающий глянцевой поверхностью пол, чистые стены, новая мебель и двери кабинетов. Сотрудников МЧС и нашу съемочную группу встречает обновленная Кокшекосинская школа имени Андрияна Николаева. Правда, проверяющих больше волнуют не свежевыкрашенные классы, а то, насколько безопасным здесь будет пребывание школьников. На территории Цивильского района, вот, когда мы проверяем, не только во время приемки школ, но, скажем так, во время плановых проверок, во время новогодних мероприятий, одни из основных нарушений в образовательных учреждениях – это отсоединяют устройства для самозакрывания дверей, дети балуются, скажем так, им удобнее, они их отсоединяют. И касаемо, если приемки школ, скажем так, не всегда вовремя успевают обратно заклеивать знаки пожарной безопасности. То есть красить стены, скажем так, не всегда успевают доклеивать данные знаки. В Кокшекосинской школе эти недостатки устранены. Брошюры по пожарной безопасности на местах, более того, полы из керамогранита. Стены окрашены негорючей краской. Если сработает пожарная сигнализация, звонок напрямую поступает в пожарную часть. Раньше сигнал о тревоге сначала поступал на пульт охранника. Терялось драгоценное время. Коллектив и все работники школы провели текущий косметический ремонт здания школы и на территории. Благоустроено территория, произведен ремонт детской площадки для начальных классов, обновлены кухонное оборудование для приема пищи. Все требования по технике безопасности и пожарной безопасности в школе выполняются. 1 сентября в эту школу придут 49 учеников, и 5 из них – первоклассники. Их безопасность во многом зависит от мер, принятых в образовательном учреждении. На территории школы сотрудники МЧС показывают специальный водоем, как и положено для тушения пожара. В случае пожара пожарная машина может сразу поставить свою технику на данный пожарный водоем и подавать напрямую воду. В этом году при приемке школ сотрудники отдела образования учитывали и благоустройство территории. В Цивильском районе 17 общеобразовательных учреждений. На сегодня идет приемка школ к новому учебному году. Более 30 миллионов рублей выделено из муниципального бюджета, чтобы подготовить школу к новому учебному году. На сегодняшний день можно сказать, что 98% школ уже к новому учебному году готовы. Также в Цивильском районе впервые стартовала акция «Выпускник, помоги своей родной школе». Помощь может оказать каждый неравнодушный выпускник, будь он директор предприятия, меценат или рабочий. И не только денежную. Приветствуется участие в ремонте и благоустройстве учебных заведений. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика.